Здравствуйте, мои любимые девочки! Сегодня утро. Всем доброе утро! И я сегодня покажу свой дневной макияж при помощи минеральной косметики. Я с ней познакомилась не так давно. Очень интересная косметика. И сразу скажу, я с ней сдружилась сразу. Многие спрашивают, как, что. Вот бывают такие проблемы, что как-то не так. Но сразу скажу, я с ней подружилась прямо вот с первого взмаха кисточки. Так, у меня вот она в такой коробочке пока. Все вот таких размерных. Даже не помню, сколько здесь, 5 мили. Мили чего-то. И также у меня есть в пакетиках. Я заказала все почти на пробу, практически все. И из этого я перепробовала все, кроме праймера для глаз. И почему-то у меня их 2. И я такими вот вещами не пользуюсь, и я их даже и не пробовала. Остальное я все перепробовала, но и попробуем сделать сейчас я. Тонального у них нет. Будем использовать от фирмы Catrice. Это в цвете 03. И при помощи вот такого вот бьюти-блендера. Бьюти-блендера предварительно я намочила. То есть он в 2 раза меньше. И труднодоступные места я наношу вот этим кончиком, а остальные вот этим кончиком. Теперь я использую такой вот консилер, Medium Light. Консилер наношу при помощи вот такой вот кисти тоже, с этого же интернет-магазина. И наношу под область глаз, не именно вот сюда, а захожу вот даже на щеки. Припудривать лицо буду при помощи шелковой пудры. Очень я хотела ее попробовать. Это настоящая шелковая пудра, которая делается из коконов шелкопряда. По-моему, так. Выглядит она вот такая вот белая. При помощи вот кисточки вот такой вот я наношу вот такими вот движениями на лицо. Как бы вбивая. Эта пудра хороша тем, особенно у кого жирная кожа, она убирает излишнюю жирность. И плюс вообще вот у этой пудры очень много лечебных свойств. И очень рекомендую я ее вам. Давно я ее слышала про нее и очень хотела попробовать. Целый день нет никакой жирности вообще. То есть вот, если Т-зону кого-то имеет способность покрываться, то когда наносите эту пудру, то всего такого нет.
После этого я иногда пользуюсь вот такой вот тоже пудрой, это Pinky Whale Finishing Powder. Если неправильно сказала, то поправьте. Она такая немножко розоватого цвета, оживим. Это тоже пудра, просто как бы закрепляющая. Придаст нашему лицу такой свежий, освеженный вид. Переходим к бровям. Это у меня вот неизменный вот такой вот карандашик. Тени буду использовать вот именно вот такого цвета. Это у нас Sable Brown. Это на внешние уголки глаза. И вот очень жалею, что заказала в таком вот пакетике. Это тени Sweet Dreams. Обалденный цвет на все веко вообще. Ведь у меня осталось его совсем мало. И очень жалею, что заказала мало. С помощью такой кисточки наношу розовые тени на все веко. Вот такой вот кисточки буду наносить уже. Вот такой вот кисточки мохнатенькой мы растушуем, чтобы не было вот этого вот перехода. Все практически быстро-быстро я нанесла тени, и осталась тушь, румяна, и попробуем еще бронзер. Очень понравился тоже, вот очень то, что вот мне понравилось, то я и заказала в таком вот мини, да. Это бронзер Glow Celebration. Вот видно, я уже его заканчиваю, я прям его экономлю. И ради этого видео я покажу, как он смотрится. Бронзер Glow наношу вот при помощи вот этой кисточки, я обожаю ее, очень удобная, мягкая. Знаете, что мне нравится вот в этом бронзере? То, что после его нанесения лицо не выглядит, сколько бы ты его ни нанес, как у матрешки. Когда вот нет такого, оно просто как бы сливается с кожей, и вот такое вот как бы внутреннее свечение. Так что много можно тут еще использовать, но пока я именно в этом макияже вам не буду показывать. Тут у меня... Я же сказала, что у меня тут их очень много. Вот. Что-то я еще сама не пробовала. Потихонечку вам буду показывать и рассказывать. Ну, осталось, наверное, еще чуть-чуть румян. И все. Про губы еще я забыла. Румяна тоже. Давайте будем использовать сегодня такие нежненькие румяна.
Называются они Early Dawn. Dawn. Такие вот. Такого цвета. И осталось нанести помаду. У меня NYX в цвете. Кому интересно. Salmon — это у нас, я так понимаю, лосось. Ну, тут лососями не пахнет. Помада великолепная. Вот эта держится целый день. Увлажняющая, мягкая. Ну, нормально. Все, мой образ практически готов. Вот так вот он выглядит. Так что, кто сомневается насчет минеральных теней, румян и всего подобного, вообще берите, ничего сложного нет. Я как не спец вообще в этих вопросах, для меня вообще с первого взмаха кисточки мне она понравилась, сразу прям понравилась, очень понравилась. Так что не сомневайтесь ни капельки. Всем спасибо за внимание, пока-пока!